случае снег и прочее попадает, когда сюда или задувает, он будет стекать, когда оттепель берет. Берем крышки, крышкой делаем дырочки для того, чтобы потом сюда веревку мы поставим. Воробьи сюда не лезут, они тупо не понимают, как залезть в эту дыру, чтобы семечку забрать. Ну, по-моему, один раз я за все время видел, как в этой кормушке был воробей. Так, смотрите, сделали. Ниточка, пробочка, узелок. Все просто. Купили, смотрите, для синичек нельзя, сажут они столько за сезон или не сидят. Сидят? Ну, нет? Почему? Она же... Ну, посмотрим. В прошлом году пару пакетов сажались и будем регулярно насыпать. А эти семечки еще летают, которые пару пакетов сожрали? Не знаю. Они мне не говорят, кто они. А их сразу так незаметно? Не, они разные бывают. Есть синички, есть московка, есть синица обыкновенная, есть еще какие-то синицы. А когда вы такими залогами стали? Есть синичка. Они, правда, есть такая более синяя, есть более черная такая. Грудь. Зачем ты мне? Есть одна звездочка. Оля, вот как мы сюда приехали, так у нас началось. Синички, оказывается, не просто синички. Синички еще бывают. У них такая голубенькая, тут синенькая, другая. Я что-то забыл, надо повторить это. Московка, не московка, как это там. Зачем? Зачем? Так удобно, там руками она не присутствовала. Нет, не удобно. Как я сыпать буду за этой штукой? Ладно, покажи мне, как ты будешь сыпать с нее. Да никак, не. Руками только можно. Я же говорю. Или надо взять эту лейку. Руками проще всего. Я же, блин, я тебе говорю, зачем мне. Я туда запихиваю. Пихай, не стесняйся. О, ничего себе. О, о, методика. Новая методика загрузки бутылку. Для тех, кто не понимает, как сделать быстрее. Таня, посмотри, что Коля придумал. Ну, это мы дебилы, он загружаем через верхнюю часть. Ну, скажи. Ну вот. Как загружать быстрее? Смотри. Через широкую. А когда Коля это придумал? Сейчас. Со второй бутылки только придумал. Так я год не мог придумать ничего. Не прям уж такой день. Так, надо сюда. Это Хэнса, который любит это. Реально, мы загружали год сверху. Коля, где ты был вообще? Ты был это, приблудный сын. Мучились, все летело.